17 стихи читаем Евангелие от Матфея. «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и сие отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И сие глас небес глаголющий, сие Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Толкование блаженного Феофилакта. «Адам заключил их, а Христос отверзает, дабы ты знал, что и ты отверзаешь их, когда крещаешься. Сходит Дух во свидетельство того, что крещаемый больше крещающего. Иоанна иудеи почитали великим, а Христа не так. Все видели, что Дух сходил на Иисуса, дабы не подумали, что голос «Сей есть Сын возлюбленный» относился к Иоанну, но чтобы все, видя Духа, уверовали, что сей глаз относился к Иисусу. Сошел в виде голубя по причине незлобия и кротости голубя. Притом голубь есть самая чистая птица, так что он и не садится там, где есть нечистота, так и Дух Святый. С другой стороны, как при Ное голубица возвестила прекращение потопа, принеся масличный лист, так и теперь Дух Святый возвещает разрешение грехов в виде голубя. Там лист масличный, здесь милость Бога нашего, в котором мое благоволение, то есть в котором я успокаиваюсь, в котором милостив. Все толкование. Слово Божие живо и действенно. Живо означает, оно сказано не тогда только для тех людей, но сказано на все времена. Для нас это последнего дня. И Слово Божие посылается Богом. Вот надо иметь это воображение. Не просто букву тут на бумаге написано. Слово мое не возвращается тщетным, но исполняет то, что, с чем я послал Господь говорит. Вот этот авторитет Слова Божие у православных не имеет. Но оно имеет авторитет. Авторитет какой? Диакон высоко поднимает, закованные там цветные металлы какие-то, пройдет, положит, люди поцелуют. И вот это у профессора Марцинковского описано. Когда увидел, как жестоко расправляется со священниками, один говорит, а мы их ставили на пень, поливали водой, когда с пнем вместе поп это делался. Я говорит, спросил, вы Евангелие-то читали? Разве так написано в Евангелии-то? Он говорит, а разве? Нет, что мы читали, мы только крышку целовали. Вот и весь приговор. Народ не знал, знающий Евангелие, верующий Евангелие, никогда не пойдет с оружием в руках убивать своих сограждан. Гражданская война – это не с иным государством, а внутри государства. Здесь был такой Рогов, сейчас его пытаются реабилитировать. Это демон был. Он везде знал, где есть священники, и ночами с товарищами их было двое. Они переходили, знали, что говорить. Бабтишка, какую-то бабку брали, говорит. Умирает у меня муж что-то, надо причастить. А в церкви принято так.
Одно из самых страшных преступлений для священника – не причастить умирающего. И вот он беседует с священником и говорит, я сразу не пришел, вижу, что она бабка-то уже не один раз был, а тут не пришел. И когда я пришел, она рот не может раскрыть. Ну понятно, что сводит там судорога или что-то где-то. Вот тут я испугался. А что он этой бабке ни разу не проповедовал, он не испугался. И он это все сам рассказывает. Теперь главная задача – раскрыть рот, зафиксировать его как-то и положить туда то, что требуется причастия. И тогда спокойно, она спасена. Да она вместе с причастием, а причастие, конечно, не попадет туда, пойдет, куда ей положено. Ты, говорит, бабушку эту, как Алфеев, Тимофей, говорит, ты маленько спроси, кто здесь на твоем наперстном кресте изображен? Христос. Она же тебе ничего внятного не скажет. 2 миллиарда мусульман считают, что Евангелие полностью переделано и неправильное, неверное. Что Христос не умирал. Он не является рожденным от Духа Святого. И Он, Христос, не воскресал, раз не умирал. Здесь говорится, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его надо наслушать. Здесь говорит, и когда Иисус выходил из воды. Зачем в воду сходить, если нет погружения? Ну и рисуют его сейчас на иконах по-католически. Христос стоит на берегу из раковинки, и он поливает его. Ничего не сходится. Дальше я спрошу по порядку. Здесь говорит, голубь – самая чистая птица. Возражений нет. Ну а какие возражения, когда самая чистая написано? Голубь! Голубь. Теперь считаем Левит 11 глава, чистая и нечистая пища. Птицы вот такие-то перечисляются, там коршун, ястреба, нечистая. Там все перечисляется. И чистая птица прямо перечисляется вся, рыба перечисляется, скотина. Скотина, чтобы была жвачка у ней и копыта раздвоенная. У свиньи раздвоенной жвачки нет. У верблюда есть жвачка, копыта не раздвоенная, у него лапа такая. Нечистая, нечистая. Голубь чистый? Спрашиваю. Чистый? Не просто чистый, а самый чистый. Из всех птиц чистый, он самый чистый. Почему? Бог избрал. У Ездры читаемое. Из всех птиц, сотворенных тобой, ты избрал себе одну голубицу. Из всех сотворенных зверей ты избрал только овцу. Овцу. Из всех гор ты сотворил, Господи, для себя Сион. Это написано. Из всех народов ты избрал только Израиля. Но мы будем спорить или примем? Ты в это веришь? Да. Веришь? Будет успение Божьей Матери 28-го. Приходите ко мне, я вам по 2 голубка заколю. Чистой птицы. Самой чистой. И вы сварите. Она особый запах дает. Деликатес. Есть будешь? А мама-то вас, папа, не приучили к этому. А почему? Они приняты. Свинья, пожалуйста. А почему? Надо составить легенду, что Христа напоили желчью свиною. Но если бы даже его и напоили, там написано, не хотел пить. Это первое. А во-вторых, это насильно. И притом не наливали, а губка напитали, надавили, что там выдавилось. Он и не пил. А для чего? Чтобы облегчить страдания, переход. Свинью мы оправдали. А голубя никогда не оправдать. Почему? Он не нуждается в этом. Это самая чистая на земле птица. Другой не было. Тут говорится о том, что птица эта не сядет на нечистое место. Имеется в виду на опады. Вот когда выпустил он ворона, ворон полетел и не вернулся у Ноя. А зачем? Быки падают, это плавают коровы, падали разные, он сел и клюет. А голубь не сядет. А зачем он сядет? Никогда. Он будет искать чистое место. Это действительно так. Хотя по воспитанию более нечистой птицы я не знаю. Он не, вот как родилось у него 2 там, выпарило, так и не оправляется в гнезде до самого выхода из гнезда. Следующий, она наращивает все из помета. Ласточку вот в храме видели, она подлетает, берет, в клювик уносит, скворец уносит. У воробья помета ни одного грамма нет в гнезде. У него только перышки, но укутано периной все. У голубя все абсолютно в его помете. Это не курица, никто, это самая нечистоплотная птица. В этом вопросе, в ухаживании. А в пище самое чистое. На нечистое место, это имеется в виду падаль, она не сядет.
Там и грачный, ястреб сядет, а голубь нет. Тут надо понимать, о чем речь идет. А какое это значение имеет послушание Богу? Сначала согласиться с тем, что написано. Далее. Дух Святой сходит в виде голубя. Это не Дух Святой или голубь. И говорят, есть его нельзя, потому что Дух Святой. Ну, овечку нельзя, агнец, но ягнёт-то колет. Вот агнец Божий, а ягнёт-то с удовольствием идите, шашлычок колет все время. Ответа нет никакого. Если овца чистая, то и голубь чистый. Голубь чистый. И это мы считаем в житиях святых. И не кто-то, а канонизированный, Филарет милостивый. И написано, когда он выдавал дочь замуж, то на стол подавали фазанов и голубей. В житиях святых написано. Я знаю вкус. Один раз, когда я занимался селекцией, отбирал по породе определенных, сразу пришел заколоть примерно 300 голубей. 300. Сразу. И мама, мы их все отеребили, и тогда русская печь пылает, и мама там их все обжарила. И они горкой лежали, а потом уже варили и прочее. У него дети забыли, это диетическая пища. Ну вот поговори дома где-нибудь, ну дома вас еще, вы тут пообмякли, пообтерлись, а где-нибудь там, подальше, натолкнешься. У православных не принято, а чем это? Объяснить, а ничем. Так надо быть решительным и не бояться стереотипы эти подогнать под Слово Божие. Не сходится, не наша, это выдумка, выдумка человеческая. А человеческое бывает очень даже не безобидно. Ну, мне ничто человеческое не чуждо. Подошел Петр к Христу и говорит, Господи, да не будет с тобой этого, то есть, чтобы не наказать. А Господь сразу ему, отойди от меня, сатана, ибо ты думаешь о том, что человеческое. Человеческое и сатана сравнены. Это прямо Слово Божие говорит. Так что человеческое – это не безобидно, а надо смотреть человеческое на пользу, человеческое вопреки Писанию. Я говорю только сейчас с той стороны, что это было. Этот разговор был. А как Матфей за... А его и не было Матфея, его изберет Господь позже. А откуда он знал? Дух Святой внушил. Дух Святой придет и напомнит, Христос обещал. Весь ответ. Так они писали по-разному. Не по-разному. Один освещал одну сторону, другой другую. Ничего разного нет. Если найдешь разное, подойди ко мне, и мы вместе сядем и посмотрим. И ты увидишь, в самом деле, никакого противоречия нет. Дальше. Глава 4, 1 стих. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения дьявола, толкования. Сим учит нас, что после крещения особенно надо ожидать искушений. Отводится духом святым, ибо он ничего не делал без духа. Отводится же именно в пустыню, дабы показать нам, что дьявол искушает нас тогда, когда видит, что мы одни и без помощи других. Посему нам не должно оставаться без совета и полагаться только на себя. Дьявол называется так, то есть клеветником, потому что клеветал на Бога Адаму, когда сказал ему, Бог завидует вам, он и ныне клевещет на добродетель». Все толкование. Это по-русски, по-гречески «дьяволос». Если кто-то сказал, ты врешь, то есть ты клевещешь, этого не было. Это равнозначно, ты сказал, ты дьявол. А разве на человека можно так сказать? Иногда, если открыто, то можно. Христос говорит, не 12 ли я вас избрал, но один из вас дьявол. Сережа, ободрись, дьявол рядом. А Петру прямо сказал, отойди от меня, сатана. Он Петра как будто не увидел, он скрылся в тумане. А видел одного дьявола. И он понимал, что это дьявол. Поэтому надо всегда смотреть на слова. Что в них заключено? Почему так говорят люди? Им не надо было, чтобы Христос умирал. Не надо. 2 миллиарда мусульман против этого. Прямо. А от кого это? Мы видим от кого. Если Христос не воскрес, то мы еще во грехах. А он не мог воскреснуть, если он не умер. То мы еще во грехах. То есть эти люди остаются во грехах. Это наше учение, основанное на Евангелии. Дальше. 2 стих. «И постивший 40 дней и 40 ночей напоследок замкал». Толкование. Поститься, дабы показать, что пост есть такое же сильное оружие против искушений дьявола,
как пресыщение служит источником всякого греха. Поститься столько времени, сколько Моисей и Илья. А если бы больше, то воплощение его показалось бы призрачным. Когда уступил природе, тогда и взалкал, дабы алканьем дать случай дьяволу подступить к себе и сразиться с собою. И таким образом поразить его и низложить, а нам даровать победу. Все толкование. Приезжает проповедник один у баптистов и говорит, что значит братья не за свое дело, охота проповедовать, а знаний никаких. Два слова сказал, а забыл еще дальше. Братья и сестры, вот как трудно было Господу в пустыне, 40 дней он ничего не ел, а потом взял кал. Да где он взял кал? Написано взял кал. Взял кал, то есть есть захотел. А он толкует по-своему. Ну и к чему это толкование приведет? Не было этого. Алчит душа. Вот так мы должны быть. Блажен алчущие, жаждущие правды. Слова-то какие. То есть я за правду. Я слышал такое. В грудь себя бьет. Я всю жизнь страдаю за правду. Это очень большой подвиг страдать за правду. А если разобраться, то там правды немного. Как у нас один тут правдолюбец был, ну, раму заказали ему делать, а у него где сочиняется рама, там палец, и он заливает этим клеем-то. А батюшка подошел и говорит, так можно как-то поближе сделать, ну, такая страсть, палец прям в щель-то лезет-то. Он как вскипел, я думал, он меня захлестнет. И вот здесь говорит отдельно, трудно человеку одному. А сразу вопрос, а монашество куда? Монашество киновейное, оно бывает где-то в отдельной там пещерке, келье, но в монастыре братья приходят к нему и прочее. А потом придумали отдельно уходить в пустыню по одному. Ну, пожалуйста, это опасно. Мы считаем в житиях святых, вот он там находится, Антоний, где-то отдельно. И вдруг, там про Бакария написано, является ангел. Является и разговаривает с ним. И о чем он говорит? Ни одного слова нет евангельского. А какую камелавку шить монахам? Как? То есть это... А он послушал, послушал, его учитель говорит, что-то не пойму я, кто к тебе является. Ну и пришел к нему, они быстренько слепили там какой-то балаган шалашный, он живет рядом. Как явится, ты скажи, крики, я выйду. А как часто является? Ну, дня через три. Он живет три дня, три недели, не является. Тот-то, который к нему, контактеру-то является, нет его, он не является. Вот так один тоже прошел, это жития святых все. И он нашел там пещерку, расширил ее, и туда подниматься на веревке. Ну, там веревки нет, лоза, по лозе там, все. И один раз приходит, который его кормит, монах, и говорит, а тот-то наверху-то сказал мне, через два дня за ним колесницу Бог пошлет, как за Ильей пророком. Его учителю сказали, учитель сразу к нему пришел, тебе являлся такой-то, да, говорил, да какой тебе тут колесница, да ты, у тебя самости-то сколько, ты все по-своему нигде. Отче, даже не один раз, да я же молился, да во время молитвы является-то, я никуда не уйду. И с ним остался там этот учитель-то, и правда, прошло два дня, осияло, как молния, и колесница, и благоухание такое, ноздри зажимать надо. И его хватает, а он его держит. Они его за одежду потянули, а он его держит за руку, и они с него одежду сорвали эти, на колеснице-то. И захохотали вдруг, и бросили одежду, одежда полетела и упала на камень. Он говорит, вот твоя участь была где. В этой одежде ты был, я тебя вытащил из этой одежды. Стащил его оттуда, да. Теперь вот сиди здесь в монастыре, а носа не показывает, да. Домолился. Это было с Исааком Пещерским. Один никому не говорит. С Никитой это же было. И он раз явился, другой раз, а третий, а ангел является, а Христос, говорит, за мной сейчас придет. И вот ему Бог в ноги-то смотрит, а у него куриные ножки. Христос на куриных ножках. Как они засмеялись, Исааки наш, подхватили его и как в футбол начали гонять его. Утром пришли, отец Исааки, благослови. Ни ответа, ни привет. А он полумертвый лежит там.
Ну, разворотили все эти двери-то, заложены кирпичом. Ему только в окошко подавать надо. Ну, а другое-то, может быть, выносить. Ну и теперь все разучился, что знал. Есть садится, он не знает, ложку берет другим концом. А как есть, не знают, он муха тыщет ложкой. Ему говорит, вот рази. Он не понимает, он глаз прижмурит, все по-своему делает. Больше года учили его, как правильно есть ложкой. Это же не святых. Доигрался. Я в этом житии считал и рассмеялся. Так Надежда Васильевна говорит, ну вот и ты теперь тоже смеешься. Я говорю, да там смешно. Когда он к себе пришел и уже начал соображать, начал в церковь ходить помаленьку, то теперь Исааки один в отдельную келью идти не хотел. Мне вот это тоже смешно сделать. Думаю, столкнулся, он узнал. А потом все-таки решился на подвиг. А я вот что делал? Взял ему эту плиту, расколол, а огонь-то через плиту вырывается. А ему нечего, он заскочит и ногами, подошвами заткнет щели-то. И дым не идет к келью, а подошва не горит. Опять святой. А у Никиты того еще лучше было. Является все время и говорит, ты только проповедуй Ветхий Завет, Новый Завет не бери. Молиться не надо, я за тебя молиться. И все время молится, и молится ангел. И братья-то говорят, ну проповедуй, до того хорошо говорит, но о Христе нигде не говорит. О Голгофской жертве, о крови пролитой не говорит. Ну, братья-то поняли, что что-то не то. Пришли к нему, а дальше-то что, вытаскивать его надо оттуда. Когда его отняли, помолились, он считать не умеет. А в Библию считают, листают, показывают, он даже считать не умеет, букву сложить вместе не мог. Когда от него отошел этот товарищ, который был. Поэтому одному где-то быть, это великие, непостижимой силы духа люди уходили. Были такие, и мы их признаем святыми, как Арсений Великий, Антоний, но это не в один день. И от них осталось наследие. Это добротолюбие, там многое написано. Но Господь вот так сотворил, тут толкование давился дальше. Третий стих. «И приступил к нему Искуситель, и сказал, если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделали с хлебами». Толкование. «Слышал этот разбойник голос с неба, сей есть Сын мой, но вот видит, что он залкал, и недоумевает, как может алкать Сын Божий? Почему, желая удостовериться, искушает его?» Словами, если ты Сын Божий, он льстит ему, надеясь тем что-нибудь выкрасть у него. Знай, что послушаться дьявола, в чем бы то ни было, грех. Притом дьявол не сказал, да камень сей будет хлебом, но камни сии, желая вовлечь Христа в излишество. Тогда, как для голодного, совершенно довольны одного хлеба. Посему Христос и не послушал его. Все толкование. Ну, это одно искушение. Очень хорошо у Достоевского, в «Братьях Карамазовых», там глава есть такая, вот это искушение описано, три искушения. И он разбирает это три искушения, в которые вкладываются все искушения мира. От первого до последнего человека. Все. Первое, о чем? Дай хлеба, накорми. Чрево. Соверши это чудо. Дальше будет говорить о власти авторитета. И Господь ему что ответил? Еще дальше, еще. Он же сказал ему ответ, 4 стих. Ага. Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Толкование. Это свидетельство, заимствованное из Ветхого Завета. Именно так говорит Моисей. И евреи питались манною не как обыкновенным хлебом, так как она по слову Господню удовлетворяла всякой нужде их и заменяла все, чего бы кто не захотел есть. Рыбы ли хотел иудей, яйца ли, сыра ли, молока ли, мяса ли. Манна удовлетворяла всякое требование вкуса его. Все толкало. Вот это не просто так. Господь мог бы ему ответить то, что говорит блаженный Феофилакт. И сатана бы отошел. Но Христос не отвечает, он Бог. Христос автор, как Дух Святой, всей Библии, Нового Завета. Но это Ветхий Завет, второзаконие. Почему Христос отвечает не своими словами, а цитатой из Библии, а другие? Но цитаты только одни сыплют. Вот когда будете дома, смотрите, три раза сатана подходит, и Христос три раза цитирует место Писания.
Вот мне это было открыто в 62-м году, когда стал я считать, на корабле работал. Я задумался, а почему? Христос сказал, да я без себя знаю, когда мне что делать. Ну как это вы, говорит, отбрил его в сторону. Нет, Христос говорит, написано, не хлебом единым. Я еду в трамвае, и в трамвае а там реклама, колбаса, и написано, не хлебом одним жив человек. Не хлебом, то есть и колбаса тут еще свиная. Но люди, когда это часто в заголовках, в газетах пишут, не хлебом одним, то есть надо искусство, надо ему дать возможность духовно развиваться. Ну дальше вот эта запятая, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Дальше это добавьте, и укажите второзаконие. Этого-то нету. Значит, вот эти главные это слова сатана и похищает. Он не дает людям прямо припасть к Слову Божию. Я стал думать, ну а почему Христос сказал из Священного Писания? Я долго не мог этого понять. Потом, когда посмотрел фильм про Моисея, я понял, вот в чем дело. Когда Бог дает закон Моисею, кто видел фильм «Моисей», и он на горе, и в это время Бог дает закон ему, вот так скала, и вокруг скалы пламя, как лазерный лед, этот луч идет, и на скалу падает, и выжигает, и оплавленный камень падает вниз, и буквы выдвигаются. Не хлебом одним, или не прелюбодействуй, ну по-еврейски. Все, и камень оплавляется. То есть в словах, которые в Библии написаны, слова Божии, они имеют некую непонятную для нас силу. Мы ее не можем ощутить, даже будучи верующими. А сатана это знает, и, видимо, они его прожигают насквозь. И он отступает. Ну, как это может быть? Ну, житие Павла Препростого. Привели бесноватую. А он ее посмотрел и говорит, бес в ней сидит, говорит, очень сильный. Бесы разные. Мне, говорит, он не под силу. Мне его не изгнать. А кто? А там отдельно, тут недалеко, полтора дня идти, и найдете Павел Препростой. Его прозвище такое. Он знает как. Да как вы про него не слышали? Ну, я вам сказал. И вот они пошли. Приходят к нему, ну, бесноватый, льется, орет, там, кидается. И он говорит, да а почему пришли-то? Там учитель мой, идите к Антонию. Он говорит, Антоний к тебе послал. Как, ко мне? Ну, тогда другой разговор, если Антоний послал-то. Бес, а ну выйди. А бес еще, да видал я тебе такого, сопляк, еще учить меня будешь. Он тогда заскочил на камень, а камень пустынен. Там солнце горит, дымится. Он с камень встал, буквально задымилось все. Не сойду, пока не выйдешь. Бес как заорал, завизжал, выскочил сразу из него. То есть мука, которую терпит Павел Препростой, мгновенно Бог переключил на него. Переключил на дьявола. И он за палимый написано, и палимый. А как палимый-то? Там огня внутри не было. И он сразу его покинул. Раз сказал мой учитель, молитвами отца моего Антония, заклинаю тебя, выйди сатана из него. И заскочил на камень. Только задымился свет за ним. И я понял, что слова Божьи имеют такую силу, которой мне надо приноровиться. И вот я лежу, разговариваю с кем-то, а человек приводит место Писания. А другой его оппонент, он его перебивает, и ты что делаешь? А как? Да ты же баптист. Не имеет значения, он читает Библию, синодальный перевод. Ты дождись, когда он кончит, закроет, и тогда ответь ему Писанием. А если ничего нет, то, как один говорит, диалог невозможен. Переходим сразу к оскорблениям. Все время зря тратить. И вот Слово Божие нам показывает, три раза Бог сказал, Христос, написано. И в нашем разговоре мы должны помнить, что православные этого не понимают. Они приводят какие-то примеры, сон, бабушкин, дедушкин. И ответ прямо написано, чтобы сатана отошел. Так написано. Вот, допустим, ну, мне сообщают, очень плохо у какой-то там женщины, дочь свихнулась и пошла куда-то там, ну все. Я говорю, а как ты родила ее? С мужем? Да нет, у меня мужа не было. А, да ты как? По благословению отца? Да нет, конечно. Ну что ты спрашиваешь с нее? Писание написано, говорит, дочь или мать, похожая. И поэтому через это падение твоей дочери Бог тебя врачует. Иоанн Златоуст говорит так, ты это уже забыл давно, пришел домой,
по-нашему сказать, принес зарплату, жене купил там цветы, шоколад, а у ей в это время кто-то что-то нашептал про него, про мужа. А, так вот, как ты на работе задержишься, романы крутишь там, и она вот встречает, дым идет буквально. Ну почему? Я с ней так не поступал. Златоуст говорит, подожди маленько, не поступал ли ты с какой-то женщиной? Забытую твою рану, застаревшую, Бог теперь врачует тебя, жена как скальпель в руке Божией, она тебя врачует, напоминая тебе о том, чтобы дать тебе истинную возможность в истинном покаянии. Понятно? И даже явная несправедливость против тебя, ты прими с рассуждением, а может я где-то против кого-то так поступил, и как это будет выглядеть? Прочти еще. Четвертый стих еще? Нет, дальше. Комментарии. Всяким словом Священного Писания от бытия до откровения так должны понимать новозаветные люди. Библия – это животворящий источник жизни, вдохновения, спасения. Это ответ на все наши вопросы по вкусу каждого человека, любого состояния, возраста, эпохи. На каждом богослужении священник обязан выходить с Библией в руках перед народом, иначе по Слову Божию и толкованию святых отцов его нужно называть не учитель, а губитель. Иоанн Златоуст говорит, что если ты был в церкви и ничему не научился, то есть если не было живой, вдохновенной проповеди о Спасителе, ты напрасно ходил в церковь. И когда придешь из храма, то не спеши сесть за стол, но сначала напитай домашних тем, чем накормил тебя пастырь в Доме Божьем. Перескажи им его проповедь. Всяким словом, это значит 77 книг полной Библии. Это 1526 страниц. Это 96 часов спокойного, медленного чтения. Если человек приобретает специальность за 5 лет, то, чтобы стать христианином, оправдать полученное в крещение звание, нам не хватит и тысячи жизней. Книга Иисуса Навина 1.8. Да не отходит вся книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Мудрые кулинары могут приготовить изысканное яство для самых знатных людей. Духовную пищу приготовляет, стоя на коленях перед автором Библии, прося у него откровения, умение разрешить таинственный смысл Божественного Писания. Не только пастырь, но и все живущие на земле поддерживают жизнь в себе разнообразным питанием, витаминами. Тем более бессмертная душа нуждается в разнообразной пище. Она должна знать, как поступить в любой ситуации, как защитить истинную веру. Какое горе ждет того, кто не может защитить истинной веры Христовой, и этим приносит вред всей церкви, как говорит Афанасий Великий, патриарх Александрийский. Приготовлять пищу, пусть даже самую простую, должен уметь каждый. Каждый христианин, чтобы сохранить свою жизнь, должен знать Священное Писание все, а не выборочно. Через Слово Божие мы познаем волю Творца. Иоанн Златоуст говорит, что если ты не читаешь Библию, ты не знаешь волю Создателя. А не зная Его законы, ты поневоле нарушаешь их. А нарушая заповеди Божии, ты погибаешь. И это все от того, что ты не читаешь Священное Писание. И какая цепочка? Не читаешь, не знаешь, нарушаешь. А нарушая, погибаешь. Все, комментарии. Поступила записка. Из Барнаула сообщили, что едет патриарх Кирилл в Алтай. Барнаул. Проехать по интересным местам. И митрополит, метрополия, митрополит Сергия, спрашивает, приглашали ли ваши в Потеряевку. Митрополита Сергия. Было бы здорово, патриарх Потеряевки. Мы это сказали, батюшки сказали. Я сказал это лично митрополиту Сергию.
позвонил ему митрополит, он сейчас, который приезжал, чтобы патриарха пригласили в Потеряевку. Я говорю, патриарху-то некогда думать о душе-то, по-настоящему. Поэтому у него там неурядицы всякие, нападают, священники там. Вот в Алтайской епархии пятый каждый священник, пятый, вот четыре пятый, пятый запрещен служение, запрещен за неблаговидную деятельность, за разные грехи, каждый пятый. Это означает 20%. Административная работа. Я митрополиту и говорю, и тут патриарх-то отдохнет душой, взглянет на небо, свет воссияет ему. И пусть побудет. Ну а что, охранять его, да могут на каждой крыше снайперов посадить. Мы будем молиться, никто патриарха не тронет. И мы, видишь, маршрут назначает еще в Москве, утверждает там ФСБ, там, да, это, куда шагнуть. А люди-то пишут, нарисовали, там его охраняют везде, показаны машины, и около него 7 человек только стоят охрана. И внизу Кирюша совсем не надеется на Бога. Ну, понимаешь как? А если мы по-настоящему-то будем верить, а почему бы ему не побыть? Я ему патриарху этому, митрополиту Сергию говорю, тут видели сон, видимо, пророческий. И мне его скинули. Видят, патриарх идет, много священников, архимандритов, несут хоругви, крест идут, и идут прямо по улице Ползунова и к нам на 6, на номер 6 заворачивают. Вся процессия зашла, и мы сидим, беседуем с патриархом, под Кириллом Гудяевым. Патриарх после встал и говорит, да, беседа была очень полезная и конструктивная. И мне это все в интернете скинули. Я говорю, молитесь, я вот молюсь сейчас. Самое невероятное, а кто думал, что Закхей примет Христа? Закхей. А он пришел к нему. Ну кто думал, что город Самарийский встретит Спасителя? Так что все возможно. Патриарх, конечно, не Христос. Он может и в каждый дом зайти. И ему это тоже на воспоминание. Я вот прочитал, где-то там на патриарха нападает. И говорю, да какой он патриарх? Он, у него собака, он каждый вечер еще и с собакой бегает. А я прочитал, мне наоборот это близко стало. Он простой человек, он делает пробежку какую-то для здоровья. Ну все время сидеть за столом не будешь. У него собака. Он катается где-то на лыжах, на горных или что-то. Он живой. Занимается плавательным бассейном. Я не знаю, не знаю. Я с чужого голоса, говорится, пою. А мне наоборот, что ну, близко, да, простой человек. К нему можно будет подойти. Можно поговорить. Вот. Я это все сказал митрополиту Сергию. Батюшке сказал, напиши это. И отец Аким согласился, я ему трубку передал. И он поговорил с митрополитом. Пригласите его сюда. Пусть он побудет, отдохнет. Если вера-то большая есть, как-то у нас была Валя Конева, некоторые ее знают, бабушка такая, Валентина Павловна-то. Но она говорит, картошку-то убрали. Я говорю, убрали. Трудно было. Я говорю, ну, помогать что, небрежно же нам придет помогать. И был. Она сразу был. А где он ночевал? Ну что, Брежнев где был ночевал? Ну был я. Она не слышит, что я вставляю слова. Да где? Бросили ему там шинелку, то на картошке кто-то проспал ночь. И всю ночь там и был на огороде. Ну, понимаешь. У нас с патриархом нет войны. И мы не равны. Но мы его приняли бы по первому чину. Я по первому чину, то есть самое высшее. Митрополита Корнилия приглашали. Мы не делаем разделения. Я не отправляю ни Аввакума, ни Никона. Потому что у Бога свой суд. И Бог решит так, как ему надо. Написано, не судите прежде времени никак. Доколе не придет Спаситель, не ответит сокрытая во мрак. И тогда каждому будет похвала. 5 стих 4 главы. Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма. Толкование. Это была боковая, выдавшаяся часть храма, представлявшаяся крылом. 6 стих. И говорит ему, если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелам своим заповеда тебе, и на руках понесут тебя, да не пригнешься камень ногою твоею. Посмотрите.
Вот чтобы отбиться от дьявола, есть молитва такая, живые помощи. А дьявол ее считает сам. Это и живые помощи, 90-й псалом. Сатана считает живые помощи, он их не боится, он молитвы не боится. А чего он боится? Он креста не боится. Он на крест залезет и ноги свесит. А чего он больше всего боится? Смирение. Когда ты смиренно принимаешь все, что Бог тебе посылает. И когда разговаривал с Антонием, и он ему говорит, может, я могу ошибиться даже с Макарием, может быть, даже, но они тут рядом. И он говорит, ну ты сколько спишь? Он говорит, один час. А я совсем не сплю, дьявол говорит. А ты через сколько питаешься? Он говорит, в неделю один раз. А я вообще не питаюсь тысячи лет. Чего мне не хватает? Ну, говорит, а я слышал о смирении. Смирение? Терпеть не могу это слово. Перед кем? Не перед Богом же смиряться. Смирение. Ты смиренно это прими, даже неправильно за то, говорит, ты тогда поблагодари. Смиренно. Никогда не злопамятствуй. Если что-то помнишь, старое все вспоминаешь, такое злопамятное уподобляется дьяволу. Злопомнение уподобляет дьяволу. Дьявол ничего не прощает. И поэтому он день и ночь злобится. А вот припомни, вот там-то с Украиной было, москаляку на геляку. Это непрерывно. Когда-то что-то где-то было, Мазепа там теперь. Все-все собирают. А ты скажи сегодня, я грешный, и не мне судить. Господи, прости меня грешного. Прости, брат. И все на этом кончилось. Сдохла собака. Толкование на 6 стих. Словами, если ты Сын Божий, хочет возбудить тщеславие. Я не верю голосу с неба, как бы так он говорит. Покажи мне, Сын ли ты Божий, проклятый, неужели потому, что он Сын Божий, ему должно было броситься вниз? Твоей жестокости свойственно низвергнуть беснующихся, а Богу спасать. А то, что написано, на руках понесут тебя, написано не о Христе, но о святых, которые нуждаются в ангельской помощи. Христос же, как Бог, не нуждается в ней. Все. Ну, как будто понятно. Но в маленькие ребятишки играют. Ну, высоковато залезли-то. А тот снизу подзадоривает его. Отпрыгни. Трус, боишься? А я не боюсь. А там железяки, все где-то, он прыгает, и что с ним дальше будет? И вот приезжают наши недавно и рассказывают. Подходит один, я вижу там, просит, бомж. Ну, эти бомжи, они могли бы работать, 40 лет всего. Ну, что не работает-то? А он не работает. Он подошел, дай денег, я уехать не могу. Ты можешь дать ему сколько надо? Ну, ему немного, 165 тысяч надо выехать. Ты ему дал, и он не уедет. Через 3 года придешь, он на вокзале так и ходит, просит, ему надо уехать. Уехать надо, а денег нету. Ну и как? Ну, я сказал, работать надо. Но сатана тут же подкусил. Он повернулся, пошел, да я знал, вы православные, все вы такие, нет. Он, ну-ка подожди, что ты сказал? Ты еще всех заодно считаешь? Я, говорит, вытащил ему 10 тысяч и сразу дал. Я говорю, да деньги-то не твои были, ты не мог давать-то. Ну, отдал. Да как же ты мог дать-то? Он тебя подкусил. Если ты сын Божий, бросься. Ну, если ты православный, отдай мне свои деньги. Заходит цыганка. Запустила в дом. Зачем же ты ее запустила? Ну, я не знаю, открыла, думала свои. Ну, правильно, не свои. Ну, дальше-то зачем ты с ней разговаривала? Захлопнула бы дверь. Ну, она сказала, да, я тебе, ну, ты ворожить стал, да нет, не ворожить, я гляжу, бедная. Она знает, что сказать цыганка? У меня ребятишек там 85, там, она наговорила, сколько у ней. Ну, я говорю, давай, давать, она говорит, вот это не хватает, на это я ей все отдала. Когда она вышла из дома, я в это время как опомнилась и говорю, а что же я сделала-то? Я, говорит, ее догнала и давай отбирать у нее. А что дала? Ну, цыганки-то. Давай отбирать. И кто ты это, думаешь, сделал? Валя Шитикова. Она на втором этаже, кажется, жила, догнала ее, все вернула. Конечно, не все. У нее 3 платья, и в каждом платье по 8 карманов, величиной с гуся. Она все заполнила, успела. Я, говорит, ей давала, давала, и на платье все, что могла, отдала. Идет парень, кончил институт. Ну, позолоти ручку, расскажу, что, да не надо, это от дьявола. Кто от дьявола? Те, которые обирают цыгане, это я не такая. Он, да иди ты. Она его ухватила за волосы и дернула.
За волосы-то. А вот теперь на этих волосах я теперь отдам, она колдует, и у тебя такое будет, ты жизни не рад будешь. Он сразу остановился и задумался, что тебе надо? Вытаскивай деньги из правого кармана. У тебя 853 рубля 3 копейки. Он достал точно. Я, говорит, отдал и пошел. Институт запрещали, недавно кончил. Я могу назвать фамилию и имя. Брат Надежды Васильевны Крисенко. А брат этот сидел не раз за угон машины. И его цыганка, ни она не обманула. И он теперь начал, ну, взялся, говорит, за ум, женился, ребятишки родились. Но он машину вроде не угонял. Преступники не говорят, они говорят, прокатился. За что? Прокатился. Если своровал, своровал, не говорят, говорит, взял. Поэтому не надо подменять слова. А этот дальше сбился совсем. Игорек запил и умер в молодых летах. Видишь как, это ступеньки было, надо было задержаться на этом. Крепко вопиять к Богу, а этого не получилось. И второй раз Господь отбивает его, заметь. Тут дьявол видит, что Христос отбивается Писанием, и дьявол переходит на сторону, как бы, метод Христа. И давай Писанием доказывать. Писание знает, отлично знает. Седьмой стих. Иисус сказал ему, написано также, не искушай Господа Бога твоего. Толкование. Христос кротко отражает его, научая нас побеждать демонов кротостью и смирением. Все толкование. Смирением и священным крестом. Христос не кротость, смирение только, а сказал, написано. Второй раз. Второе искушение, второе написано. Вот все тебе доказательства. Написано. Все. Восьмой, девятый стихи. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему, все это дам тебе, если пав, поклонишься мне. Толкование. Дьявол явился ему в чувственном виде, посему чувственно же показывал ему с горы и все царства, подставляя их пред очами его в призраке. По своей гордости он признает мир своей собственностью. Так и ныне он говорит любостяжателям, что они, поклоняясь ему, будут иметь все это. Все толкование. В чувственном виде, то есть в видимом. Не воображение, а прямо реально стоит, как изображает, может, Гюстава Доре, крылья у него перепончатые. И он стоит и показывает ему, и открылась панорама. Все царства мира, может быть, там небоскребы какие, все дам тебе. То есть сатана все сделает. При одном условии поклонись ему. Не просто поклонись, а выполняй мою волю. Фауст и Гёте, вспоминайте, что там было. И он дальше все назначит. Как правило, это договор. Договор составляется в письменном виде. И когда человек заключает сделку с сатаной, то в письменном виде договор составляет бумагу. Откуда это известно? Из жития святого Киприяна. Когда он обратился, то бумага эта стала требоваться. Про одного юноши говорят, он вот так же любыми путями решил достичь, чтобы девушка, которая ему нравится, была с ним. Ну и душу отдашь, да зачем нам, я все равно в нее не верю. Ну вот это и важно, что ты не веришь, можешь не переживать, раз нету. Ну и коснулось так, что сошел с ума, и дальше одна печаль. И отец все узнал, а он на себя руки наложил. Я жить не хочу. Я договор сделал с сатаною. Ему кто-то сказал. Переживание очень сильное у него. Но нужно сделать так. Когда он печалится, в это время ты забеги с особой бумагой и скажи, сын мой, я нашел эту бумагу, я выкупил ее у сатаны и порви ее сразу и в печь брось. И он в комнату заходит и закричал ему, там, Игорь, я нашел того, через которого этот дьявол был. Вот она, бумага твоя. То он как встрепенулся весь, говорит, оттуда. Глаза расширились. Наконец-то. И сразу обмяк и упал. Говорит, отец, та бумага была желтая, а эта синяя. И упал замертво. А как нужно было делать? Никак, молиться, как Киприян. И тогда увидели, как с высоты храма, купола падает эта грамота. Дьявол не может не отдать, когда начинает печь со всех сторон. Прямо заключает договор, не где-то на стадионе,
называлось ристалище конские, где они подробно, ипподромы. Явились бесы, и разговор ведет, то есть они еще в сновиде являются. Он видит, как они, как он его держит на плечах и прочее, как его целуют и целуют в бороду. Даже это написано в подробности. И дальше. Написано. 10 стих. Тогда Иисус говорит ему: отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи. Толкование. Господь разгневался на него, когда увидел, что он присваивает себе то, что принадлежит единому Богу, и говорит: все это дам тебе, будто свое собственное. Познай отсюда, как полезно знать Писание, как полезно Писание. Господь им заградил уста врагу. Все толкование. Вот для себя просто возьмите отсюда. Писание нужно знать. И надо выпросить у Бога этот дар, запомнить места Писания. И никто не воспротивится, ни один, самый сильный. Вот мне пришла мысль одно время. Стихотворение написано, каждое стихотворение 9 куплетов, по 4 строчки. Сколько? 36 строчек. Напротив каждой строчки я выписываю глава, книга, название, глава и стих. Книга, глава и стих. То есть надо Библию 36 раз открыть, чтобы понять, о чем там идет речь. У меня первая книга стихов вышла, и, ну, как правило, всегда нужен кто-то, чтобы редактор был, корректор называет, он находит ошибки, делает замечания. Но у меня никого не было, а был знакомый сам этот. Русаков. Забыл. Виктор Баумтрок из Старообрядцев Барнаульских. Вот. Он меня познакомил, она там Демина, кажется, она кандидат наук каких-то. Ну, я ей дал, и она, ну, сказала, какие стихи понравились, а вот эти совершенно непонятные стихи. Причем тут сноп. Вот. Там у меня написано «Отвес Евангелия, и по нему свой сноп поставим прямо». То есть 11 снопов поклонились Иосифову, снопу. Она не знает этого. Я говорю: а зачем тут сноп? И ограда пошатнувшаяся, на высоте не устоит подпорка. А при чем тут подпорка? Ну я показываю сирах, глава такая, стих такой, то есть написание не знает кандидат. И она все эти замечания мне сделала, а я ей в ответ поясняю, что это не выдумка. Я через это называется экстраполяция, перенос событий из той даты на сегодняшний день. Ну не просто Бог дал закон, а у него закон новый, подновляет на Нагорной проповеди. Этот закон теперь Бог дает мне, и я его пишу на скрижалях сердца. Не на каменных, Павел говорит, а на плотяных скрижалях написал Духом Святым. Я это когда стал пояснять, ну, она уже ничего не ответила. Ей понравилось стихотворение, где я пишу о нашем отце, что все его замки, все осталось, он ушел, теперь один идет, там спотыкается или как. Отец, когда у нас умер-то, вот это ее коснулось. Почему эта тема ей понятна. Я не осуждаю, она помогла мне. И она в моих книге стихов, там указана ее фамилия, в конце стоит. Но она не знает. Не знает, потому что, ну, не является авторитетом. Сектанты хотя бы выборы сейчас знают. А где Библия не в авторитете, то чего и спрашивать. Я разговаривал как-то с новосибирскими старообрядцами. Я говорю: ну, Библию это надо бы собраться, посчитать. Такого нас считают. А где они ее считают? Ну, кому надо, найдут. А где ее найдут? А у нас в подвале там Библия есть. А кто про нее знает? Ну, кому надо, узнает. Но она есть в подвале. Я спрашиваю другого, я здесь, говорит, я, говорит, слышал, есть. А вы собирали, считали? Нет, не считали. Но она есть. Но это уже недостаточно, что она есть. Надо собраться вот так вот открыть. Вот смотри, сколько Новых Заветов открыто. Это же не трудно. Я там был, в этой общине-то. Я когда стал по Писанию говорить, сразу меня назвали сектантом. А когда увидели, что я наизусть называю, говорят: смотри, как близкий к сатане, ему сатана дает знание Писания. Я стал приводить места канонам, говорит: смотри, сатана никогда не думали. Мы думали, только он Библию дает знать, он, оказывается, и каноны дает знать. А уж стал приводить жития святых, тут они отшатнулись. Оказывается, сатана же не боится, оказывается, жития святых. Вот это она.
Только сатана. Если нам ничего не открыто, мы не считаем нигде, это нам только Бог дает. Один у нас был, пришел из баптистов, вот он, Николай Нестерович. И он говорит, я вот лежу в Покровский собор, молчал, фамилия его. Или Бог набрал один дураков, или никогда он их не избирал. Чего не спрошу, ничего никто не знает. Знает только, через какое плечо свечку подавать. А он из баптистов, у нас часто был, все принял, идет в церковь, молится, ну все принял. Но он никак не может принять то, что Библия не нужна. Ну почему? Я у адвентистов дали слово, адвентисты седьмого дня, и они говорят, вот ответьте на вопрос, скажите, а вот вам окна не мешают в храме? Вот у нас сестры сидят во время нашего богослужения, в окна заглядывают, смотрят в окно, отвлекаются. Я говорю, нам они не мешают. У нас окна высоко, и до них не заглянешь, там лестница нужна. И они узкие и темные, в них ничего не увидишь. У них забота, что от Писания отвлекает. Я говорю, у нас Писание не считает, их отвлекать не надо. Она пришла и говорит, а я была на службе, отстояла. Отстояла. Ну, что спрашивают-то? Так что нету. Ну, они еще заулыбались так. Так что наше положение такое. Мама у нас как-то приехала и говорит, батюшка спрашивал, не ела ли журавля? Я говорю, ты поймай сначала его. Не ела ли свинью, спросил бы, свиноеда окаянная. Ради мусульман бы в рот свинью уже нельзя никогда. Тебе путь будет закрыт. А почему журавля нельзя кушать? А? Почему журавля нельзя кушать? Ну, там Левит 11 глава указано, что нельзя. По Ветхому Завету. Нельзя. И батюшка держится по Ветхому Завету. Он как иудей настоящий. В Новом Завете апостол Павел говорит, есть люди, которые запрещают кушать пищу, то Бог сотворил. Это учение бесовское. Павел провозгласил его бесовским. Это от сатаны, когда говорит, запрещают есть. Ты ешь лягушек. Вот сейчас приехал в Китай, а там ничего нету, одни лягушки и змеи. И тебя накормят, ты не узнаешь, змея запеченная, она как курятина. В Новом Завете никакая пища, я не против свиньи. Ради того, что некоторые ее в рот не берут, нельзя. Поэтому, ну тебе зачем это соблазнять-то? Для мусульман ты никто, ты свиноед будешь. Если ты ешь свинью, они узнают. Я говорю, я мясо вообще не ем, у меня к ними прекрасный разговор идет, все. Остальное молиться, я у них в мечети стою, в мечети. И вот меня когда там провели в мечеть-то, а там надо разуваться. Я разулся, у меня на носках дырка на дырке. Я решил совсем их тогда скинуть босиком. А у них антракт был между утренним и вечерним богослужением. И они вокруг, а большой, большая мечеть, и сидят все с бородами, ну, подстриженные, которые... С ними некоторые ребятишки, мальчики, ни одной девочки нет, им нельзя заходить. А которая меня мусульманка привела, она осталась там между машинами и говорит, нам нельзя туда заходить. У нас отдельно там другого хода, другое там здание, наверное. Ну и я зашел, как на меня они воззрелись, ваххабиты, очевидно. Я тогда встал и стал молиться крестным знаменем и земными поклонами. А в конце стал земным поклоном и стал читать молитву. Оставил, что ведение и неведение, в уме помышления. Когда я встал, вокруг меня у него плотным кольцом стоят. Ну а дальше начали беседовать. И я не скажу ни разу, нигде они меня не обидели, нигде. Если мы молимся, мы по-православному молимся, и мусульмане, чтобы дали тебя в обиду, никогда. Мне кажется, он бы за меня жертву собой пошел. Вот мы были в Баку, однажды проезжали. Нас человек 8, наверное, было. Ну, помолиться надо, а где помолиться-то никак? И вдруг видим, мусульмане раскинули там свой этот, как называется, положок, дастархан-то, и стали на молитву, а у нас с собой одеяло, ну, байковые такие. Мы тут же одеяло раскинули, одно другое, и все стали на молитву, стали кланяться. Никто, тут кассы, милиция, все ходят, никто нас не трогает. И в дороге, когда мы ехали, мы молились, и мусульмане рядом молились. И у нас такой прекрасный разговор. Если нам что-то нужно было спросить, мусульмане со всей охоты. Вот он, Виктор Николаевич, скажи, как в Чечне разговаривал Сидоши. Ну, мы интересовались, где находится библиотека национальная. И я подошел там, молодые люди, может, 20 лет не было. Вот такие уже с усиками, с бородкой небольшой.
И спрашиваю, где национальная библиотека, они очень деликатно там показывают, рассказывают. И мне свой сайт написали, такая у них небольшая бумажечка, а я свой. В Грозном. Вот, в Грозном. И они так поблагодарили, то есть никакой вражды, ничего не было. То есть очень добродушные. А уж когда в библиотеку зашли, там вообще нас, ну это кто на вахте там, ей может быть лет 20 девушки, она прям эти коробки-то тяжелые, она берет из моих рук и на тихо, так вы не возьмете, надо нести. А библиотека-то пришла, говорит, тут кажется министр у них там. Да, там замминистра или министр. Они совещание на нас пришли, ну, фотографируются давай. Такое почтение к старшим, это сразу заметно, это бросается в глаза. Понятно? А нам говорили, не ездить, там только голову режут. Я говорю, может быть, но по отношению нас, в Дагестане мы были, да когда они узнали, что мы здесь, они нас в магазин, они нам чего только не дали. Вот такой кусок сыра отрезали, я говорю, ну куда мы такое никак назад? Да платить деньги не берут. А что вам можно? Они нам воды дали там в банках, которые, что они там дали еще? Как бы помидоры, хлеба, лаваши там, и все бесплатно. Персики там, масло, сливочное. А, знаешь, что мы православные. Сыр. Они очень приветливые, очень. Мы это подтверждаем, потому что проехали 6 мусульманских республик и по Турции. И как в Турции вас, когда у нас трудные обстоятельства были, как они вас поили? Зачем? Чаем? Чаем, да, предлагали. Турчанки на таможне. А мы молились. Видите как? Ну-ка посчитай что-то. От Матфея 15:38. А евших было 4000 человек, кроме женщин и детей. Вопрос. На свадьбе вы сказали, что женщины очень прожорливы. Да. А Матфея 15:38 женщин даже не брали в счет. Отвечаю. Одно другому не противоречит. Для Господа умножение, если было бы их там 40 миллионов, он бы накормил всех. Здесь не говорится, что они прожорливы, не прожорливы. Женщина в счет не берется. Не берется, как будто ее нет. Это несовершенство. Это она о себе сегодня так мыслит. Женщина в счет не идет. Ну как сказать вам, допустим, такая-то там, ну, мать Анфиса родила 5 сыновей. А по-еврейски не скажешь так. По-мусульмански. Родил отец. Авраам родился Агаком. Ну по-русски не звучит. Ну, не, ну никак. Там Владимир родил Алексея, ну не скажут так, а Валентина родила Алексея. А у них в счет не идет. И все, и мы должны согласиться. Но тут никакого противоречия нет. Второй вопрос. Женщин предположительно было больше, там было многоженство. Мужчины часто погибали на фронте, женщина остается живая. Так что 4 тысячи мужчин, а женщин, может быть, 12 тысяч было. Оглашенным не разрешается присутствовать на литургии верных. У нас снимается на видео Евхаристия в алтаре и выставляется в интернет. Все могут смотреть. Зачем тогда выходить оглашенным? Ну, прими как есть. Говорят, давайте логично рассуждать. Правильное рассуждение. Все правильно где-то. Ну вот так принято, ничего нету. А почему им нельзя? Ты соблюдай то, что написано. А то, что в алтаре, если нельзя показывать, этого нету нигде. Нету. Даже намека на это нет. Ты одно другим соединяешь, которые друг к другу не относятся никаким образом. Он выходит не потому, что нельзя смотреть. В алтарь вообще никому нельзя смотреть, Василий Великий запретил. Василий Великий, он очень как близкий к суеверию был. У него он взял голубя золотого, металлический голубь-то. И голубь этот как бы взмахивал крыльями, и он понимал, что Дух Святой здесь есть. Это вообще ни в какие ворота не лезет. И вот однажды он служит, и голубь тот, который, ну там, жестяной или какой, не машет крыльями, он сразу поднял глаза, смотрит, а диакон из алтаря смотрит на одну женщину. Василий Великий так на него разгневался, его, я не знаю, за сколько дней лишил его еды, перегородку поставили, чтобы ни одна женщина в алтарь не смотрела. Монах настоящий. Но этого-то нигде нету. Вы можете показывать сколько угодно, но нет этого нигде. В первую очередь алтаря не было.
Не было. Все открыто было. Если кто в Киеве был, то там сохранилось, как было при князе Владимире. Алтарь отделяется от всех, вот такая вот стойка. Ну, такая вот, не выше. Все. И все, что в алтаре, там все видят. Все видят. До припроскомения, литургии оглашены, каждому все открыто. Это потом они иконостас дубовый и там спрятались за ним. Это не было этого. Ты посчитай, Салунского там какие есть. Новая Скрижаль. Вот сейчас Григория Скобалиновича. Это прекрасная книга, большая, она у Севастьяна есть. Больше 1000 страниц, кажется. В каком веке пост, какой возник. Ничего тут особенного нет. Фотографии. Некоторые у нас тут прям закрываются. Ой, нельзя, ой, его увидят, то другое-то. Я долго-долго искал. Ну, долго, это не 100 лет. Почему некоторые так вот боятся? Боятся съемки, боятся. Это обязательно за этим кроется грех. У Господа все чисто. У Бога свое видео снимается. И у сатаны снимается. Почему? Когда умрет человек 40 дней, дьявол покажет реально, как ты был, где пил, где ел, где говорил, где смеялся, где блудил. Все будет показано. А на суде Божьем заново вся жизнь будет проиграна. То есть это как, ну, образно, конечно. Не надо понимать, что там аппарат какой-то. У Бога возвращается это. Но если это так, почему боятся фотографировать? Вы знаете, у нас руками закрываются, там не снимают. Почему? Вот мы сидим на костре. С нами из Глушковских больше всего ездила Тася. И она сейчас больше всех закрывается. Съемка, фотограф был, снимает, она напротив. И когда они пришли сюда, я ей говорю: Тася, зачем ты закрываешься? Ты не дурная собой. Зачем? Ну, какой-то Юльке никому Анфим сказал, ты некрасивая. Разобидела. Для девушки сказать, ты некрасивая, это хуже, чем плюнуть ей в лицо. Ну, молодая, ну... Какая она ни была, ты зачем ее обидел-то? Красиво, некрасиво. У нас считается некрасиво, а у татар, может быть, это как раз наоборот красота. В разные века ценили разную красоту. В одно место там одни кости торчат, и то кажется красиво. А в другом месте считаешь там Веласкеса, другие, Тициана. У него такие полные красавицы, полногрудые. Это считался верх красоты. В каждой эпохе свое понятие о красоте. Ну, если так-то рассуждать, зачем ты закрываешься? Почему боишься съемки? Я ни разу, ни одному человеку нигде не сказал, не снимай. У нас в лагере написано, идет видеосъемка, ведет видеозапись, вывеши, напиши. И когда спрашивают любое, в любое время, где бы мы ни были, можешь снимать, фотографировать, аудио записывать. 4 вида сохранения. Я вот сегодня говорил, вот как быки, как сено губят-то. А как? А я тебе сейчас когда покажу, то увидишь два здоровых быка с двух сторон, этот круг, как они в него врезаются. Я никогда не видел этого. И как эта корова запуталась, упала. Ты хотел посмотреть? Заходи, я тебе покажу. Ты найдешь все, как Жириновский там за волосы женщину таскает, как бьет, где к Путину там, как полупьяного едва за руки держит медведя, он там падает двое. Все заснято. Ничего нету, он авторитет никакой не потерял. И к нам приезжал Масленников Михаил, ну у него старый фотоаппарат, потому что монахи сказали на электронном, вот этот нельзя снимать. Потому что здесь цифра, цифра это 666 может быть. А тут серебро, это металл, монахи ему разъяснили. Он ездит со старой аппаратурой. И он был здесь снимал, он снимает прямо в алтаре патриаршем. И там тоже находятся такие святые, которые сказали, снимать нельзя. Неверующие увидят, идет литургия. А патриарх Алексей II его слышал, подошел, говорит, и сказал, не мешайте, не препятствуйте, это наша история. Вот и все. И все отступили от него, теперь ездит по алтарям, везде снимает, и ничего нету, нам скрывать нечего. А что в алтаре? Вот был, тогда он еще епископ был, митрополит Сергий, я в алтарь не захожу, но тут я зашел, потому что... Там открыто все, и все заснято, все выставлено, и ни у патриархии, ни у кого претензий нет. Но там ничего и нету, просто благословляются, причащаются, ничего нету. Нету. И поэтому говорить о том, что увидят, и это не разрешается, ни канонов, ничего на это обычай такой. Пришел? Обычай бычий. Вот и все. Так что дальше что? Третий вопрос. Те люди, которые приняли крещение в этом году, пришли через интернет.
Они являются членами нашей общины? Некоторые, да. Некоторые, давай, кто? Вот, допустим, Борис, недавно его как раз жена родила, он просил помолиться. Мальчик родился. Как его назвали-то? Не знаю, Борис Физулов фамилия. Да. И вот эта Лена приезжала, как фамилия ее? Кинякин. Вот. Это Барнаульский. Еще кто-то был в Барнаульске? Но она не дожила. Она хотела, и поэтому сильно заболела, и Московскую патриархию упросили и крестили полное погружение Галя Немцова. А остальные издалека, Москва, вот который парень-то такой стоит-то, он где-то, где он? Дмитрий, где он служил? В полиции. В полиции. Он в полиции был? Где-то в полиции там. Ну что-то такое, связанное с охраной или с чем-то. Ну, да. Бишоп да. Такой спортивный-то. Другой предприниматель. Вот этот, который поехал в Марьясов, он здесь выступал, говорил с Краснодара. Вот. Вот она сидит, самая продвинутая. С Франции продвинулась Потеряевку. Представь себе. Те побыли, уехали, она осталась. Это самый продвинутый человек среди всех оказался. Ну вот сколько я перечисляю вам. Вот. Другие с Новосибирска, баптисты принимали крещение. Никита еще с Украины. Вот, Никита с Украины. Пожалуйста. Он батюшка приедет, будет спрашивать место, где строится. Мы покажем, как Гавриил строился. Прошлое воскресенье я его полностью рассчитал за то, что был. Он согласился, что голодным не был. Я ему подарил лопату, толкушку, толочь эту землю, где. Вот. Дальше у меня поломанная коса, литовка там с дырочками сделали. Ее подарил. Ну а дальше сказал, двуручная пила будет. Мешок муки, сахару, спичек, электролампочку одну, вот, из одежды, что там, то все, что вполне может начать жить и зимовать даже, но при его желании. А нет, значит, он здесь побудет, научится пасти, вам заботиться об этом не надо будет, и зимой пойдет на стройку или что-то. То есть выставили в интернет, я не знаю, что-то вы хватили за этот ролик, мы беседовали, собрали 4 человека, и я ему все это даю. Достал деньги, ему расчет с ним произвел полный по этому воскресенье. Теперь ты больный, можешь идти, можешь оставаться. Мы работаем бесплатно, много я не могу заплатить. Я беру-то с детских, а где я возьму пенсию, у меня ее нету совсем. Она с почтового отделения уходит в нужные, кажется, руки. Я даже домой ее не допускаю, перешел на новый этап. Я знаю, кому надо, они приходят, деньги эти, я вот так вот. Сберкнижку кладу, они прямо с книжки у меня берут, ушли и все. Я, у меня всегда деньги на дорогу найдутся. Где надо, Игорь привезет бесплатно. Ну вот. А дальше шинелку ему даю, китель, брюки. Сказал, выбери, какие нужны сапоги. Что еще надо? Он готовый. Оставит отец, отца и мать. Вот так. Еще вопрос. Да. Почему нельзя было крестить глухонемых, которые желали принять крещение, но не хотели быть в нашей общине? Какие именно? Я не слышал такого. Кто знает, напишите, я первый раз слышу такое. Глухонемым никогда не было отказано. Я задумался, и просвещает слепых Господь. Умудряет слепых, умудряет. Почему не глухонемых? Я сразу вспомнил Гошу, Георгия Иннокентия Шлютых. Город Канск Красноярского края. Он нес отцу, как я слышал, как он мне говорил. Нес отцу, а тут речка проходила. Когда обратно пошел, еду приносил. Да обратно пошел, а вода уже шла через... Его водой смыло через мостик-то. И унесло. Ну, я засыпала глаза песком, видимо, и он ослеп полностью. У него просто белки одни, а ничего нету. Это ему лет 6 было. Вот человек. Вообще. Вот он услышал одну пленку, где я разговариваю с отцом Дмитрием Дудко. И он говорит, а это кто? Я говорю, Дмитрий Дудко. Ну так, а это кто? Ему говорят, это из Барнаула, там, назвали меня. Он говорит, а вот это из Барнаула, он прав, а тот не прав. Везите меня к нему. И его слепого привезли ко мне. Так это не все. После этого он один еще 2 раза приедет. Через железные дороги перейдет. Он что делал? Он мог все делать. Переплетал книги. На клиросе был. Дом у него построенный. Печник. Все, все. Совершенно слепой. К
как Бог умудряет слепых. И вот он, я его посетил, и вот мы разговариваем, а он говорит, вот здесь вот на полку полез и достает Библию. Библия, вот эта Острожская Библия, за которой к вам приезжал, ну, ваша внучка-то в Нина. Он за Тимофея-то, это, за Острожскую Библию. И он говорит, а вот тут так написано, вот тут перевод такой-то. А вот по Брайлю, Брайля-то, к точечками книга-то, я его достал, и он вот так вот ее взял. Ух, не так подвернулся, сразу развернул другой. Стал читать, а вот здесь, говорит, перевод, а вот у Василия Великого так сказано, там достаньте книгу. Там четвертая строчка сверху. Он начинает читать поэмы Некрасова, Надсона, Блока. Я говорю, откуда вы знаете? Он говорит, ни одной беседы не было, где бы я не присутствовал. И все запоминает. Я знаю жития святых. За 12 дней, за 19 столетий. 1173. У меня глаза, я составил каталог. У него нет глаз, нет каталога. Я знаю их, но я не знаю, какого числа. Всех не знаю, он все знает. Я с ним беседую, он говорит, такого-то числа святой, такой-то сказал кто-то. Он поехал к отцу Геннадию, я ему рассказал, он сразу собрался и поехал к отцу Геннадию в Пасху. Отец Геннадий говорит, я не мог определить границы его знания. Слепой. И как не стыдно будет тебе глаза там, когда ты малой талики того не знаешь. Вот как. Это я лично знал его. Лютых, фамилия, это, видимо, и фамилия тогда она такая. Лютая болезнь. Вот так. Значит, глухонемые у нас есть в общине. Есть такие, которые были и ушли. Есть такие, которые не стали членами. Почему? Ну, он готовился к крещению, один раз пьяный пришел, другой раз, и мы запретили приходить. Выпивший парень был. Причина на это была, он знал, куда идет. Так что это неправда. Вот что скажу. Что глухонемым мы не отказывали никому. Даже не слышал про такое. Дальше что? Ну все. Нет этого. Не подтверждается данные. Один говорит, ну почему я все время молюсь, и Бог не отвечает? Я говорю, значит, в просьбе отказать. Написано, просите, и просите для вожделений ваших. Для вожделений ваших. Вот я когда начинаю, а кому это нужно? Нужно тому, кто думает жить здесь. Тому это нужно, что я предлагаю. А кто не думает здесь жить, ему не нужно это, ничего. Ему не нужны дороги. Зачем этот комбайн новый? А зачем эти поля Игорь держит? Зачем этот пруд? Зачем этот храм? То есть на все вопросы есть. У меня вопросов нет. Мы поселились для того, чтобы восстановление потерять. Восстановление это во всем ее объеме. Что бы не начал делать, все, а зачем? Зачем? Я за то, чтобы держали скотины больше. Одно время придумали, у кого сколько коров, столько дней пасти. То есть месяц барабашу пасти, а мне один день. Ну, и кто это говорил, их ни одного здесь нету. Я противостал, ни под каким видом. Ты их не кормишь, не поешь. Зимой, если ухаживать, тогда понятно, тебе надо поднести одних. А ты выгнал, какая тебе разница, две пасется коровы или три. И те люди выехали, их нету. Я говорю, вы наоборот поощряйте всячески, у кого много, чтобы он еще больше держал. Раз у него больше, значит он больше может жертвовать. От него десятина. И что интересно, кто платил десятину, те еще более успешные стали. А кто зажимал, у тех вообще ничего нет. Вот и все. Ты маленько приглядывайся. А где я возьму десятину? Я никогда не рассуждал так. Январь. Батюшка наш, он родной мой брат. Вот приезжает первое воскресенье. Я посчитал, у меня пенсия 6250 рублей. Я посчитал за 12 месяцев вперед, ему сразу за год заплатил. И вот руку не отдернул, она его не обожгла. Его упрекать не надо. Почему? Это законное. Его законная добыча. Я ему отдал. Он мне воспользовался, сомнительно. У него и овечек есть, продает, и матушка зарабатывает, там и продает все. Но это меня освобождает от гнета. Я не вор у Бога. Вы меня продаете, говорит Бог. Я знаю, что моя зарплата, то есть ее нету зарплаты, пенсии, она может быть не быть. Но я заплатил, и я спокоен до января месяца. Что тебе еще непонятно? Не надо бояться повелений прямых указаний Божьих. Десятина уничтожает торговлю, ее не будет. Считаем еще. Все уже, все. Все, все? Все.
У вас занятие 1 час, да? Да. А уже 18 минут. Так, вопросы, может, какие-то есть? Нету? Так, я еще раз попрошу вас всех помолиться, помянуть про патриарха. Это не ради смеха. Это все возможно. Бог отвечает на молитву. И скажу, что патриарх Киерису нам сожалевать не будет. Вот митрополита у нас, вот который епископ тогда был, выезжал, он и другим рассказывает. И отзывы очень хорошие. Это я уже знаю. Так что благодарю Бога. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа просим, прими нашу молитву. Какое прекрасное место Ты дал нам, где в этой тишине мы можем прославлять Твое святое имя за Слово Твое, за святых отцов, которые истолковали его. Благослови и возврати брата Иоакима, пошли добрых насельников селения сие. Дай нам еще священника и место для занятий, если угодно Тебе, расширь пределы общие. Даруй мир Израилю, России, Украине, где идет война. Помилуй нас, Владыка. Помоги нам быть верными Тебе, дабы вечности быть с Тобою. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. На столе лежат газеты хорошие. Вот это вот, посмотрите. Просто хорошие. Это человек, автор, который пишет, мы с ним встретились. Я ему не встретился, я ему написал. Вот он вместе на ошибку сделал. Трое, берите вот еще несколько экземпляров. Видите, возьми. У нас есть экземпляры. У нас есть.